По новым российским стандартам начался учебный год у школьников Бердянска Запорожской области. С этого года в программу вошли новые предметы, а педагоги прошли переподготовку. Учебные учреждения получили новые учебники и методические пособия. О том, как прошел День знаний на подшефной Тверской области территории, расскажем в следующем сюжете, подготовленном при участии наших коллег из Запорожской области. В Бердянске 1 сентября за парты сели, по информации местной администрации, около 8 тысяч школьников. Первый по-настоящему учебный день намечен на 2 сентября, а пока просто праздник. Ребят, как настроение? Хорошее. За школой соскучились? Да! А что будете делать на уроках в школе? Учиться. Правильный ответ. Особенным этот день стал для первоклашек. Для них прозвучал первый звонок. Торжественные линейки прошли в штатном режиме под российским триколором. А первым уроком в этом году в школах Бердянска стал урок мира. Его провели педагоги всех школ. С новым учебным годом они поздравили учащихся коллег и родителей. Я желаю всем мира, я желаю всем сотрудникам, всем учителям благополучия и терпения. Большое спасибо Российской Федерации, что нас не оставили, что дети наши сегодня смогли сесть за парты, имея и портфели, имея учебные принадлежности. Мы оснащены книгами. Действительно, образовательные учреждения Бердянска получили 850 тысяч учебников и учебных пособий. Ведь теперь школьники Запорожья станут получать знания по новым российским стандартам. Например, у них будет 5 уроков русского и 3 украинского языков в неделю. Изменится подход в преподавании истории и географии. Впрочем, благодаря поддержке России и Тверского региона позитивные перемены коснутся не только учебных программ. Благодаря России, поддержки. Школы обеспечены учебниками, ученики младших классов получат бесплатно горячее питание. И благодаря шефской помощи Тверской области, которая закреплена за нашим регионом, младшие классы также получат подарки в виде школьных рюкзаков с набором школьных принадлежностей. От Тверской области 3000 младшеклассников из Бердянска получили к 1 сентября портфели с комплектом школьных принадлежностей. Не обделены вниманием и студенты. В День знаний торжественная линейка прошла в местном медицинском колледже. Там теперь полностью отменено платное обучение. Бердянские родители и педагоги подчеркивают, Украина за все годы не сделала столько, сколько Россия всего за несколько месяцев.